эксцентриссимо. Лилиан Бетанкур, самая богатая женщина мира, этот мир покинула, оставив наследникам головную боль из 44 миллиардов долларов. Если бы она была знакома с кем-то из советских поэтов и композиторов, у песни про миллион алых роз была бы зеркальная копия. Богачка запомнится нам странной историей с бедным фотографом. Франсуа Мари Банье за долгую историю их отношений получил от щедрой покровительницы подарков на 1,5 миллиарда евро. Они встретились, когда ей было 64, а ему 40. Он открытый гей, на взаимность рассчитывать не приходилось. Зато они оба любили не только мужчин, но и искусство. Подарки за честную дружбу фотограф сначала получал скромные, а затем их стоимость начала исчисляться миллионами. Причем это не всегда были картины Матисса, Мондриана и Делане. Бетанкур была практичной женщиной и покупала Банье полисы на страхование жизни, каждый примерно на 250 миллионов евро. Можно было бы написать красивую песню об этом. Или о том, как дружок богачки за эти подарки получил 3 года тюрьмы и крупный штраф за использование женской слабости для личной выгоды. Эксцентриссимо.